Хочу вам рассказать, что пришлось испытать мне. Правды я не скрою, да я не скрою. Я познакомился весною с одной дамой молодой, а у нее ветерок, да, дама обнимает, и прижимает, и к себе в гости приглашает. Ну как тут было устоять, ведь у нее дует ветерок, поддувает ветерок, да. Прихожу я к ней домой, там встречает вот такой муж меня хватает и обнимает, и прижимает, и вниз по лестнице спускает, а вниз ступенек 60 пролетел, пел. Ветерок, да. Поломал я руки, порвал все брюки. И после этой самой штуки я больше к дамам не ходок, потому что у них дует ветерок. Ветерок, поддувает ветерок.